Всем привет из Франции, мои самые-самые наилучшие пожелания. Сегодня мы будем готовить на улице, на планче. И будем мы готовить морепродукты. Сейчас я вам покажу, как мы будем это делать. Вот сегодня выходной день, и мы будем готовить вот такие вот морепродукты. Это морские гребешки, вот эти вот с красненькими ореольчиками. И вот это вот небольшие, как они здесь называются, сэши, это маленькие кальмарчики. Вот так вот они выглядят. Смешные, я не могу. И еще готовить это все будет мой муж, потому как планча и я, это вещи несовместимые. Ну, это аперо, как во Франции, как я уже говорила, на аперитив подаются колбаски, там какие-то чипсы, бутербродики, вот такое все. И еще мы будем готовить тоже на планче. Вот это называются гамбасы саважи. Это дикие, ну, переводится дикие креветки тигровые. Это, то есть, не выращенные на ферме, а выловленные в открытом море. Вот они, их надо разморозить, они замороженные. И тоже мы их будем готовить на планче. Ну, как сам процесс я покажу, потому как вот эти вот креветочки, они готовятся очень оригинальным способом, так как поливаются пастисом. Это 45-градусный такой спиртовый напиток, что-то типа нашей водки, но со вкусом аниса. И потом они поджигаются тоже прямо на вот этой вот планче. И потом алкоголь испаряется, а вкус аниса остается очень вкусно. Ну так, сейчас пойдем готовить. Посмотрите, как готовит мой муж. Итак, вот это готовится. Вместе готовятся и кальмарчики, и муа-санжак. Это морские гребешки. Сейчас я покажу. Вот такая планча. На нее наливается оливковое масло, потом будет добавлен соус персияды, это оливковое масло, чеснок и петрушка. В общем, нужно обжарить вот это вот до готовности, часто-часто перемешивается, и получается очень нежно, очень вкусно. Не знаю, для морепродуктов, я считаю, это самое-самое замечательное, то, что можно готовить на планше. Вот, вот такой вот пастис, и вот наше количество, которое нам понадобится, это где-то, наверное, 50 грамм на нашей креветочки. Сейчас пойдем поливать и зажигать. Ужас, погода, вон какие у нас тучи. Вообще, наверное, дождяра будет страшный. Ой, молния даже. Сейчас, наверное, дождь, а мы еще не доготовили, и дождь сейчас пойдет. Морские гребешки и кальмарчики, они уже готовы. Вот так вот они выглядят. Так, все еще мы возле дома. Потом я разложу по тарелочкам. Естественно, будет красиво. И вот жарятся наши тигровые креветочки. Вот они уже такого красивого оранжевого цвета. Вот пастис, который я показывала ранее. Мы будем поджигать. Когда они приготовятся, когда они совсем станут такими красно-оранжевыми, потом нужно будет вылить вот этот маленький 50-граммовый стаканчик, пастиса и поджечь. Сейчас такой ответственный момент. Поджигаем и поливаем. Да, Шири. Вот так это выглядит.